Торжественные мероприятия в эти дни проходят в Великом Новгороде. 1155 лет назад там зародилась российская государственность, а 155 лет назад был воздвигнут величественный памятник тысячелетия России. После литургии в Софийском соборе к нему крестным ходом прошли верующие, к подножию возложили цветы. На протяжении всего дня в городе театрализованные представления, посвященные истории страны и ее героям, концерты, праздничные митинги, экскурсии и выставки. А вечером у стен Новгородского Кремля салют. Поздравления участникам празднования направил президент. Владимир Путин отметил, что именно на древней новгородской земле формировались традиции гражданственности и богатейшее наследие нашего народа.